дорогие друзья, субботний вечер, и вот опять мы приглашаем вас пойти потанцевать. На самом деле это не шутка, в этом зале Шор 21 проводит занятия по хроматическому рок-н-роллу, а сейчас у нас волейбол. Детская любительская волейбольная лига, встречаются команды Бауманска и Салют, город Долгопрудный. Представляю вам гостей Бауманской. По порядку. 10-й номер, капитан команды, бас Вячеслав. 11-й номер, Акопов Артур. 1-й номер, Колесников Владимир. Отсутствовал на прошлой игре. Незнакомый нам спортсмен. Сегодня посмотрим на его качество. 9-й номер, Йорген Степан. 2-й номер, Гончаров Иван. 7-й номер, Демидов Иван. Также не присутствовал на прошлой игре. Тренер команды «Салют» из города Долгопрудный, Рождественская Юлия Олеговна. Это игрой Бауманская, как хотел сказать, открывает второй круг, но нет. Второй круг Бауманской открылась команда «Лучом». Итак, игра началась. Сыграл 1-й номер Колесников Владимир. Скидкой переиграл Бауманскую. 1-0. Салют выходит вперед. На подаче 10-й номер Вячеслав Бас. Подача в сетку. Так, нет, первый розыгрыш не был засчитан. Смотрю, счет 1-0. 1-0 Бауманская впереди. Подавать будет Кирилл Войнов. Бауманская скидкой забивает еще один мяч. 2-0. Продолжает подавать Кирилл Байнов. Кирилл хотел обмануть соперника. Укороченная подача, но мяч оказывается в сетке. 1-2. Подача переходит команде «Салют». Атакует 2-й номер Гончаров Иван. Судья фиксирует аут. Счет 3-1 в пользу Бауманской. Подает Тимофей Таганов. Атакует Кирилл Багарьян. Попадает в блокирующего Гончарова Ивана. От рук Ивана мяч уже уходит в аут за пределы площадки. 4-1. Продолжает подавать Тимофей. После подачи Тимофея мяч на сторону Бауманской не возвращается. 5-1. Бауманской пока удается удерживать преимущество. В начале первой партии подает Тимофей. Эйс от Тимофея Таганова. Мяч приземляется в самый дальний угол площадки. Спортсмены Долгопрудного решили не принимать этот мяч и ошиблись. 6-1.
отличный прием у Долгопрудного. 7-1. Атакует второй номер Гончаров Иван. Добывает второе очко для своей команды. 2-7. Мяч подачу переходит команде «Салют». Мяч в игру будет вводить Колесников Владимир. Атакует второй номер команды «Салют» Гончаров Иван. Мощный нападающий, все у него получается. 3-7. Продолжает подавать Колесников Владимир. Бауманская проигрывает еще одно очко. Долгопрудный в погоне за Бауманской. 4-7. Продолжает подавать Колесников Владимир. Илья Назаров забивает восьмой мяч. 8-4. И выходит на подачу. Захар Новиков делает что-то неправильно. 5-8. Подает седьмой номер Демидов Иван. Подача в сетку. 9-5. Бауманская впереди. Подавать будет Даниил Лао. Опять попытка укороченной подачи. И как у Кирилла Бойнова, мяч не долетает до сетки. Бауманская теряет еще одно очко на подаче. 6-9. Подавать будет Гончаров Иван. Кирилл Бойнов обманывает блок Долгопрудного скидкой. Счет становится 10-6 в пользу Бауманской. На подачу выходит Кирилл Багарьян. Атакует Кирилл Багарьян мимо блока и в цель, ну имеется в виду в поле. 11-6, продолжает подавать Кирилл. Атакует Акопов Артур. И пробивает защиту Бауманской. Счет 7-11. Артур выходит на подачу. Самый высокий игрок в команде Долгопрудный. Артур Акопов. Не получается у него подача. 12-7. Подает Бауманская. Захар Новиков. Высокую свечку поднимает Акопов Артур. И Колесников Владимир. Не получилось у него перебросить мяч через сетку. Продолжает подавать Захар.
Подача в аут. 8-13. Мяч в игру будет вводить капитан команды, 10 номер Долгопрудного, Вячеслав Бас. Атаковал первый номер Колесника Владимир. В площадку Владимир не попал. 14-8. Мяч в игру вводит Кирилл Байнов. Мощная атака от Ильи Назарова. Илья пробивает защиту Долгопрудного. Добывает 15 очко. 15-8. Бауманская удерживает преимущество в первой партии. Продолжает подавать Кирилл Байнов. Подача в сетку. 9-15. Подача переходит к команде «Салют». На подаче 9 номер Йормин Скипан. Играет Бауманская. Илья Назаров забивает 16 очко. 16-9. Тайм-аут. Перерыв. Итак, напоминаю, команда Бауманская и «Салют» Долгопрудный играли в первом круге, и Долгопрудный одержал победу со счетом 2-0 по партиям. Итак, продолжается первая партия, 16-9, подает Бауманская, подавал Тимофей Таганов, атакует мощный второй номер Гончаров Иван и забивает 10 очко. 10-16. На подаче Колесника Владимир. Атакует Илья Назаров. Мимо площадки. 11-16. У Долгопрудного минус 5. Продолжает подавать Колесника Владимир. Даниэл Уао делает скидку навесом, но в котел. Пустое место площадки Долгопрудного. Счет становится 17-11. На подачу выходит Илья Назаров. Длительный розыгрыш. Гончаров Иван обманывает скидкой за блок защитников Бауманской. Бауманская проигрывает 12 очко. 12-17. На подаче Демидов Иван. Не справляется с приемом мяча Захар Новиков. От его рук мяч уходит в аут. 13-17. Минус 4 очка у Долгопрудного. Продолжает подавать Демидов Иван. Бауманская выигрывает еще одно очко в этом розыгрыше.
18-13. Подавать будет Даниэль Уао. Очередная подача в сетку от Даниэла. Не идут у него подачи сегодня. 14-18. Бауманская сохраняет плюс 4 очка. Подает Гончаров Иван. Илья Назаров скидкой добывает 19 очко. 19-14. Подавать будет Кирилл Багарьян. Атакует салют. 11 номер Акопов Артур. Мощная атака. Бауманская не справляется с защитой. 15-19. Подает Артур Акопов. Илья Назаров атакует в блок, но от блокирующих мяч падает им под ноги между блокирующими сеткой. 20-15. Бауманская удерживает преимущество в 5 очков. Подает Захар Новиков. Подача в сетку. 16-20. На подачу выходит капитан команды «Салют» из города Долгопрудный Вячеслав Бас, 10 номер. Атаковал 9 номер Йормин Степан. Атака в аут. Спортсмены апеллируют к судье, что якобы было касание блока. Судья непреклонен. 21 очко судья отдает Бауманской. Подавать будет Кирилл Байнов. Долгопрудный добывает еще одно очко. Атаковал 7 номер Демидов Иван. Он герой этого эпизода. Счет 17-21. Подает Йормин Степан. Бауманская выигрывает 22 очко. Подает Таганов Тимофей. Итак, 7 номер Демидов Иван пробивает защиту Бауманской. У Долгопрудного 18, у Бауманской 22. Минус 4 очка на подаче Колесников Владимир. Мощным ударом забивает 23-й мяч. 23-18. На подачу выходит Илья Назаров. Подача в сетку. 19-23. Подача переходит команде «Салют». На подачу выходит Демидов Иван. 7 номер Долгопрудного. Шейн Матвей не справляется с приемом мяча.
Его тут же меняют на Кирилла Бойнова. Счет 20-23. Разница в счете сокращается до 3 очков. Итак, тайм-аут, перерыв. Итак, команды возвращаются на площадку после перерыва. Подает седьмой номер салюта Демидов Иван. ...21-23. Долгопрудный дышит в затылок Бауманской. Два очка отделяет Долгопрудный. Подача в аут. Иван Демидов немного перестарался. 24-21. Сетбол на подаче Даниэлу Ао. Получится ли у него подача? Да, все получается. Атаки у Бауманской не получается. Атакует капитан команды Вячеслав Бас, но не попадает в площадку. На этом первая партия заканчивается в пользу Бауманской. 1-0 Бауманской. Впереди перерыв. Итак, возвращаемся в игру. Напоминаю, смотрим матч Бауманской Долгопрудной в рамках детской любительской волейбольной лиги. Вторая партия 0-0. На подаче у Бауманской Роберт Манукян. Атакует второй номер команды Долгопрудной Гончаров Иван. Добывает первое очко для своей команды и выводит салют вперед. Кирилл Бойнов дублем атакует. Что-то как-то не пойму. Игроки Долгопрудного воздействуют на судью, и судья поддается. Там вполне могло быть касание мячом. Подача в сетку. Тут же происходит расплата. Восстанавливается справедливость. Счет 2-1. Кирилл Бойнов выходит на подачу. Подача в сетку. 3-2. Долгопрудный на одно очко опережает Бауманскую. Подает Иван Гончаров. Мощная атака от Ильи Назарова. Илья сравнивает счет. 3-3. Да, назначили судью из Бауманской, и он что-то подсуживает уже второй раз. Команде Долгопрудного. 2-4. Так, 5-2. Подает второй номер Гончаров Иван. Атакует Илья Назаров. Мимо площадки. Или нет, или в площадке. Смотрю на судью, какие-то неуверенные жесты. Илья попадает в площадку, забивает третье очко. 3-5. Подает Тимофей Таганов.
Атакует девятый номер Йормин Степан. Бауманская выставляет блок. И зарабатывает еще одно очко. 4-5. У Бауманской минус один. Продолжает подавать Тимофей. Седьмой номер. Демидов Иван хотел перехитрить блокирующего Илью Назарова скидкой. Но Илья перехватил скидку, сделал ответную скидку. И счет равный 5-5. Продолжает подавать Тимофей Таганов. Атакует мощный нападающий Долгопрудного, второй номер Гончаров Иван. И выводит свою команду вперед. 6-5 на подаче Колесников Владимир. Илья Назаров пробивает защиту Долгопрудного и сравнивает счет 6-6. Илья выходит на подачу. Атакует Кирилл Багарьян мимо блока. Попадает в пустой угол площадки Долгопрудного и выводит свою команду вперед. 7-6. Продолжает подавать Илья Назаров. Атакует Акопов Артур. Мощно. Но мимо площадки. 8-6. Бауманская наращивает преимущество. Подает Илья Назаров. После подачи Ильи мяч на сторону Бауманской не возвращается. 9-6. Серия подач от Ильи Назарова. Силовая подача, мощно, но мимо площадки. Счет 7-9. Подает Демидов Иван. Роберт Манукян в атаке забивает 10-е очко. 10-7. На подачу выходит Даниил Уау. В исполнении Ильи Назарова мяч цепляется за сетку и не переваливается на другую сторону. 8-10. На подаче 9 номер Йормин Степан. Атакует Кирилл Багарьян. Мощно. Но выставляется блок Долгопрудного. 11-10 номер блокирует удар Кирилла. Счет 9-10. Минус 1 у Долгопрудного.
Бауманская проигрывает еще одно очко. Счет равный 10-10. На подаче Йорник Степан. Лидер атаки Долгопрудного Гончаров Иван забивает 11 очко и выводит свою команду вперед. 11-10. Продолжает серию подач Йормин Степан. Неудачный прием у Бауманской. Роберт Манукян не принимает мяч и отправляется на скамейку запасных. Вместо него выходит Захар Новиков. Продолжает подавать Йормин Степан. Счет 12-10 в пользу Долгопрудного. Повторяется сюжет. Атакует Кирилл Багарьян. И те же самые блокирующие ловят его блоком. 13-10. Долгопрудный начинает отрываться от Бауманской. Тайм-аут. Возвращаемся в игру. Смотрим вторую партию. Бауманская, Долгопрудный. 13-10. Долгопрудный ведет в счете. Отлично работает блок Долгопрудного. Бауманская какую атаку уже упирается в блокирующих. 14-10. Все тот же 9 номер Йормин Степан. Продолжает подавать целую кучу очков. Проиграла Бауманская. Пока подавал 9 номер Долгопрудного. Мощная атака от Гончарова Ивана. И счет уже 15-10. То ли Бауманская расслабилась, то ли разыгрались спортсмены из команды «Салют». Абсолютно похожая ситуация. Атака Бауманской упирается в блок Долгопрудного. Лучшим блокирующим в команде Долгопрудной назначается 11 номер Акопов Артур. 16-10. Перерыв. Продолжаем смотреть игру. У Бауманской длительный провал в игре. Целая куча очков проиграла Бауманская. И еще одно очко проигрывает Бауманская Долгопрудному. 17-10. Продолжает подавать Йормин Степан, 9 номер. Очень надолго задержался он в этом амплуа. Но пока все у него получается. Бауманская проигрывает еще одно очко. Восемнадцать-10. Все тот же Йормин Степан. Неудачный прием у Захара Новикова. Бауманская расклеивается на глазах. Не знаю, в чем причина. 19-10. Атакует Илья Назаров, вероятно, на нервах. Атака в аут. Всю силу предложил Илья в этот удар, но в площадку не попал. 20-10. Все тот же 9 номер Йормин Степан. Кирилл уже не рискует атаковать в блок. Скидка. Долгопрудный со скидкой справляется. Атакует первый номер Долгопрудного, Колесников Владимир.
21 очко в копилке Долгопрудного. Полный разгром и деморализация команды Бауманской во второй партии. Что-то сделала не так Бауманская. Арбитр отдает и это очко Долгопрудному. 22-10. Наконец-то девятый номер. Йормин Степан подает в сетку. Какая удача для Бауманской. 11-22. На подачу выходит Кирилл Багарьян. Рискует. Подает мощно. Но очень неточно. 23-11. Мяч в игру будет вводить самый высокий игрок в команде Долгопрудный. Акопов Артур, 11 номер. Мощная подача. Илья Назаров справляется. Ничего не может сделать Бауманская со вторым номером, но арбитр фиксирует атаку в аут от Гончарова Ивана. 12-23. На подачу выходит Захар Новиков. Четыре касания мяча показывает арбитр у команды Долгопрудного. 13-23, у Бауманской минус 10. Можно ли что-нибудь сделать в подобной ситуации? Думаю, навряд ли. Но борьба — это все, что нам сейчас нужно. Первый темп. Вроде бы несложно сыграли Долгопрудные, но Бауманская не принимает и этот мяч. 24-13, сетбол. Подавать будет капитан команды Вячеслав Бас. Подача в сетку. 14-24. Разница в минус 10 сохраняется у Бауманской. На подачу выходит Кирилл Бойнов. Илья Назаров атакует в блок. И Бауманская проигрывает вторую партию. Счет по партиям 1-1. Перерыв. Начинается третья партия. Встречаются Бауманская, Долгопрудный. Команда «Салют» из города Долгопрудный. На подаче капитан команды Вячеслав Бас. 0-0. Атакует седьмой номер команды «Салют» Демидов Иван. Атака в сетку. Бауманская выходит вперед 1-0. Гончаров Иван добывает очко для своей команды. Счет равный 1-1. Захар Новиков не справляется с приемом мяча. Мяч хаотично мечется по площадке. Не поднимает этот мяч Бауманская. 2-1. Долгопрудный выходит вперед.
Новиков атакует в сетку. Бауманская проигрывает третье очко. 3-1. Продолжает подавать Гончаров Иван. Захара меняют на Роберта Манукяна. Атакует Роберт Манукян. От рук защитника Долгопрудного мяч уходит в аут. Счет 2-3. У Бауманской минус 1. Подает Тимофей Таганов. Вытаскивает мячик после мощной атаки Кирилла Багарьяна. Казалось бы, уже не вытащит. Длительный розыгрыш. И первый номер Колесника Владимир на чистой сетке с кипкой добывает для своей команды еще одно очко. 4-2. И выходит на подачу. Воздушный бой над сеткой выигрывает Артур Акопов. Счет 5-2 в пользу Долгопрудного. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Перерыв. Закончен перерыв. Продолжаем смотреть третью партию. Счет 5-2 в пользу команды «Салют» из города Долгопрудный. Мощная атака от седьмого номера Долгопрудного Демидова Ивана. Бауманская теряет еще одно очко. 6-2. Подавать будет Колесников Владимир. Подача в аут. 3-6. На подачу выходит Илья Назаров. Подача в сетку. 7-3. Мяч в игру будет вводить Демидов Иван. Седьмой номер команды «Салют» из города Долгопрудный. Силовая подача. Атакует Илья Назаров мимо площадки. Восемь три. Долгопрудный наращивает преимущество в третьей партии. Мощная подача от Демидова Ивана. Похожая ситуация. Атакует Роберт Манукян. И также в глубокий аут. 9-3. Хотелось бы, конечно, увидеть борьбу Бауманской. Подача в аут от Демидова Ивана. 4-9. На подачу выходит Даниэль Уау. Очередная подача в сетку. Даниэль сегодня потерял кучу очков на подаче. 10-4. И вот на подачу выходит самый грозный подающий команды Долгопрудный Йормин Степан, который наколотил кучу мячей. Мяч цепляет сетку. И Долгопрудный добывает 11 очко. 11-4. Со стороны кажется несложной подачей, но Бауманская не справляется и с этой подачей.
11-4. Долгопрудный уверенно удерживает преимущество третьей партии. Продолжает подавать Йормин Степан. Это просто приговор какой-то для Бауманской. Йормин Степан — это приговор для Бауманской. Они не принимают его подачи. Это просто что-то невероятное. На площадку выходит Захар Новиков вместо Кирилла. Вместо Роберта Манукяна. Воздушный бой над сеткой. Бауманская уступает Долгопрудному 14-4. Фатальный игрок. Девятый номер Йормин Степан продолжает подавать. За счет блокирующих Долгопрудный сегодня выигрывает много очков. Пятнадцать-четыре. Долгопрудный впереди. Перерыв. Продолжаем смотреть игру. Субботний вечер. Получаем удовольствие и наслаждение от игры наших ребят. Новые свежие эмоции. Пайп в исполнении Ильи Назарова. Все у него получается. 5-15. У Бауманской минус 10. На подачу выходит Кирилл Багарьян. Конечно же, Кириллу хотелось подать мощную силовую подачу, но в такой ситуации сказываются нервы, чрезмерные усилия. Мяч в ауте, 16-5. Ответная подача в аут от команды Долгопрудного подавал Артур Акопов, 6-16. Разница в 10 очков сохраняется. Подает Захар Новиков. Лидер атаки, мощный атакующий, второй номер команды «Салют» из Долгопрудного, Гончаров Иван, пробивает защиту Бауманской. Счет становится 17-6. Поборется ли Бауманская, или сдастся без боя? На подаче капитан команды Вячеслав Бас. Атакует Илья Назаров. Не разобрались с приемом мяча на половине поля Долгопрудного. 7-17, минус 10. Сохраняется разница в счете. 7-17. Захар Новиков не принимает мяч. 18-7. Шейн Матвей не справляется с приемом мяча. 19-7. Продолжает подавать Гончаров Иван. Счет 19-7. С огромным преимуществом города Долгопрудный. Захар Новиков в очередной раз не принимает мяч. Беда Бауманской, плохой прием мяча сохраняется еще с первого тура.
Пора бы уже начать исправлять свои ошибки. 27 подает Долгопрудный. Мощная атака Ильи Назарова. Ну, наконец-то! Хоть что-то получилось у Бауманской. 8-20. Подавать будет Тимофей Таганов. Кирилла Багарьяна. Кирилл молодец, хорошо увидел поле, сыграл головой. Вот не всегда надо прикладывать огромную силу, атаковать блок, когда можно обмануть этот блок. Кирилл хорошо увидел поле. Я только приветствую такие вещи. Илья Назаров атакует в этот раз мимо площадки. 21-9. Подавать будет Колесников Владимир. Первый номер команды Долгопрудный. Илья Назаров атакует блок, но от блокирующих, от 11 номера Акопова Артура мяч остается на площадке, на половине поля команды «Салют». Счет 10-21. У Бауманской минус 11. Подает Илья Назаров. Сработал наконец-то блок Бауманской. Захар Новиков блокирует атаку Долгопрудного. 11-21. Разница в счете 10 очков сохраняется. Подает Илья Назаров. Илья Назаров атакует в аут. Счет становится 22-11. Подавать будет Демидов Иван. Силовая подача, мощно. Бауманская не справляется с приемом такого мяча. Даниил Лау в падении пытается поднять мяч, но ничего у него не получается. 23-11. Деминов Иван, мощная силовая подача. Илья Назаров принял этот мяч, но мяч летит в сетку. И этот мяч Бауманская не принимает. 24-11. Таймбол. Очень рядом с линией, но тем не менее в аут. 12-24. Даниил собирался подавать, но учитывая то, что он кучу очков проиграл на подачах, его меняют в этот раз. Подавать будет Кирилл Байнов. Кирилл Багарьян делает скидку в сторону высокого 11 номера Акопова Артура. Артур, конечно, перехватывает эту скидку и забивает победный мяч. Счет 25-12. Бауманская проигрывает Долгопрудному вторую игру с таким же счетом по партиям 2-1. На этом мы заканчиваем свой репортаж. Всем спасибо, кто был с нами. До свидания, до новых встреч!